What science is, and how and why it works. Марихуана – популярный наркотик среди тех, кто пьет алкоголь. Но какие существуют риски и преимущества их совместного употребления? Что происходит с вашим телом и мозгом, когда вы выпили и покурили одновременно? Алкоголь влияет на центральную нервную систему, изменяя характер общения нейронов. Он подавляет возбуждающий нейромедиатор глутамат и увеличивает ингибирующий нейротрансмиттер ГАМК, замедляя поток информации, и вы меньше чувствуете, воспринимаете и запоминаете. С другой стороны, марихуана содержит ТГК, который действует на каннабиноидные рецепторы в мозге и заставляет некоторые нейроны безостановочно срабатывать, смещая их естественный период рефракции, стимулируя ваше воображение и мысли. Но так как и алкоголь, и марихуана препятствуют передаче глутамата, участвующего в обучении, их сочетание негативно влияет на память. Эксперименты на крысах показали, что сочетание алкоголя и травки нарушает способность распознавать объекты. Конечно, если смешать, то кайфа будет больше, и исследования показали, что даже после двух шотов уровень ТГК в крови участников увеличился вдвое по сравнению с теми, кто покурил и выпил плацебо. Это значит, что алкоголь усиливает эффект травки. Участники также почувствовали действие марихуаны быстрее и оценили его выше, хорошее настроение и другие эйфорические эффекты. Ученые считают, что это связано с расширением кровеносных сосудов. Алкоголь расслабляет гладкомышечные клетки в артериях и тем самым расширяет кровеносные сосуды и увеличивает кровоток. И это позволяет большему количеству ТГК проходить через альвеолярный мешочек, часть легкого, где обогащается кровь. Алкоголь увеличивает количество поглощенного ТГК. Другое исследование показало, что травка может даже снизить урон, наносимый печени алкоголем. При употреблении этанол преобразуется ферментом цитохром P452I1, но при чрезмерном употреблении этот процесс вызывает оксидативный стресс, истеатоз, накапливание жира клетками печени. Марихуана же содержит химический компонент каннабидиол, который препятствует этому циклу и защищает вашу печень. Но прежде чем этот дуэт станет вашим джентльменским набором, учтите, что марихуана препятствует рвоте. Это одна из причин, почему марихуану назначают пациентам с химиотерапией для облегчения тошноты. Но в случае отравления рвота – это способ организма избавиться от лишнего алкоголя, поэтому отсутствие такой возможности создает серьезные риски для здоровья. Хотите узнать, как другие вещества влияют на ваше тело и мозг? У нас есть несколько видео про эффекты других наркотиков – грибов, кокаина и даже кофе. И подписывайтесь, новые видео каждую неделю. Переведено и озвучено студией Wertheider.